Всем привет! А Баба Вера, как всегда, с вами. Ну, опять же, читаю ваши комментарии и выполняю просьбы. Лёша К. просил «Лобода», «Занесло». О, зимние мотивы пошли, или чё? Ну, я так думаю. А так, «Лободу» давно уже никто у меня не просил посмотреть. Я решила, надо исполнить эту просьбу. Так что... Лёша К, поехали. Ой, занесло её как, а? Я тебя пустила в свои миры, и несмотря на знаки судьбы, мне жаль. Все же верны они. Ты самый главный антигерой в фильме, где играет с тобой мой милый. Я не свою роль. Все рассыпалось, как лед, и тепло не уберег. Замерзаю я без тебя. Света, молодец, молодец, класс, хорошо получилось, мне очень нравится, так классно. Опять постаралась, и опять классно постаралась, получилось классно. Занесло любовь мою дикую, какие слова. Ну, я думаю, так вот чувственно она исполнила так, наверное, себе пела. Вот что-то мне так кажется. О, замерзаю я без тебя, видите? Вот выразила все прям. Мне очень понравилось. Конечно, я много ее песен слушала. Мне она очень нравится. Слушаю, переслушиваю. Молодец. Она всегда держит марку так. О, слушаешь, хочется еще раз послушать. Хочется и переслушать еще. Вот, молодец. Талант. Фу. Я вообще люблю такие вот песни, мне нравятся. Я с удовольствием их слушаю. Это то, что как раз для бабушки надо.
Вы поняли, что заказывать? И исполнение, и голос. Жаль, конечно, что видео нет. Я бы видео с удовольствием посмотрела на эту любовь дикую. А так, конечно, Светочке успеха, всего самого лучшего. Алёша, спасибо, что посоветовал. Так что, а всем пока. До новых встреч. Баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера.